Привет! А сейчас ты увидишь 8 психотипов за 5 минут. Если ты захочешь узнать о них поподробнее, подпишись на канал, поставь лайк этому видео, а внизу в ссылочке в описании там есть и все психотипы для тебя, друг мой. Узнавай о них подробнее, подписывайся на канал, и да пребудет с тобой здоровье. Сереж, как тебе моя маска? По-моему, ты выглядишь как дешевая шлюха. Сереж, как тебе моя маска? Ну, слушай, это, конечно, весьма любопытно, но скажи, с какой целью ты ее надела? Сереж, как тебе моя маска? Слушай, тебе ее нужно обязательно снять. Я читал в новостях, очень вредно подолгу носить маску, тем более такую большую. Сереж, как тебе моя маска? Ты знаешь, тебе очень и очень идет эта шапочка, но, если честно, она... Ну, как бы, мне кажется, тебе тяжело в ней дышать. Может быть, не стоит в ней ходить. Но смотри, главное, чтобы тебе было комфортно. Не то, что я там, ну, настаиваю или осуждаю тебя. Ну, то есть, пойми, это твой выбор в целом. Ну, я не хотел бы давить на самом деле, но ты знаешь... В общем, тебе идет и так, зная об этом, и ты большая молодец. Сереж, как тебе моя маска? Отлично, очень круто. Сейчас, короче, мы собираемся, идем на офигенную тусу. Бери балаклаву, бери, короче, горшок с землей, бери слона того плюшевого. Помнишь, я тебе дарил? Короче, собираешься, все это пригодится. Не задавай вопросов, мы едем. Еще кокса с собой возьми. Супер, поехали, я пошел. Сереж, как тебе моя маска? Какая крутая суперская штука! Ты так выделяешься среди остальных, тебя так заметно. Я думаю, что в Инстаграме ты наберешь кучу-кучу лайков. Немедленно снимай! Как думаешь, я достаточно брутален? На меня все обратят внимание, я думаю, она наберет кучу лайков. Сереж, как тебе моя маска? Ты знаешь, мы должны точно убедиться, можно ли тебе ее носить. Сейчас я узнаю у своей астральной проекции, ну, будет ли привлекать она больше позитивной энергии в наш дом. Да, можно. Сереж, как тебе моя маска? А ты сделала мне мой чай? Да, вон, возьми. Значит, раз на тебе маска, ты можешь быть моей рабыней. Вставай на колени.